В обстоятельствах смертельной аварии, жертвами которой стали пожилые туристки из России, сейчас разбираются полицейские Пхукета. Момент столкновения попал в объектив видеорегистратора. Также ДТП зафиксировала камера наружного наблюдения. Судя по записи, автомобиль, в салоне которого находились наши соотечественницы, выехал на встречную полосу и протаранил микроавтобус. Медики пытались помочь пострадавшим, но, к сожалению, спасти женщин не удалось. Луиза Самигулина и Лилия Маликова скончались на операционном столе, не приходя в сознание. А вот предполагаемый виновник ДТП, водитель Ниссана, выжил и сейчас находится в больнице. Водитель Ниссана, гражданин Украины, остался жив. В данный момент находится в больнице, где ему оказывают помощь. Есть записи с камер, которые зафиксировали дорожно-транспортное происшествие. И уже вину будет выносить суд после того, как водитель Ниссана выйдет из больницы и предстанет перед судом, даст показания полиции. Известно, что пенсионерки направлялись на экскурсию. К выяснению обстоятельств подключились российские консулы. Сейчас решается вопрос об отправке тел на родину.